Полперого, ну чуть-чуть, а вдруг люди подойдут, чтобы не мешали. И начнем. Сесть сюда. Сядьте, пожалуйста, потому что я хочу, чтобы ваша аура была очень близка, чтобы энергетика не расползалась. Это во-первых, а во-вторых, ну так у нас принято, что есть зал и надо сидеть на стуле. Будьте любезны, вы тоже. Будьте добры. Итак, здравствуйте, вернее, добрый день. Наши зрители, поднимите руку, кто был на первом спектакле. Я вас люблю. А я говорю, что больше людей стало. Значит, те, которые были на первом спектакле, получат полное удовольствие, я так надеюсь. И те, кто был на первом спектакле, вот, уже салют есть. Те, кто был на первом спектакле, не уходите, я хочу вас спросить, насколько они разные, конечно, и по возрасту, но все-таки где просматривается вам интереснее и вам, и вашим детям. Хорошо? Просто буквально на 2 минуты. Или я из зала вас прошу. Ну, а теперь поднимите руку, кто пришел новенький. Ой, тоже много. Спасибо, спасибо. Дорогие мои, мы хотим с вами сегодня порадоваться, я так думаю, тем, что происходит в этой жизни. А в жизни нашей школы происходит очень многое. И вообще, я говорю, передаю слова одного нашего очень хорошего зауча, который сейчас уже на служебном отдыхе. Она всегда говорила так: все школы хороши, а учиться надо в школе Максима Горького. Я в школе, аплодисменты, потому что где-то, а вот то, чтобы здесь все осталось хорошо. Я в этой школе 25 лет, и поверьте мне, я присоединяюсь полностью, потому что школа открывает горизонты для всех. У нас очень много кружков, у нас очень много победителей. У нас много очень разнообразных мероприятий. Бывает так, что 30 дней в месяц, а у нас 60 мероприятий.
представляете, 60. И мы не знаем, как мероприятие на мероприятие. И март месяц не исключение. Недавно был день театра, и вот работаем. И третий год у нас идет цикл в марте, в апреле, иногда в мае. Это воскресенье всей семьи в театр. Третий год. Пусть мы собираем небольшие, вот такие зрители, не 200 человек, когда у нас всегда очень много. Но тем не менее, мы пытаемся взращивать нашего маленького зрителя. У нас нет русского театра, нет театра юного зрителя, и мы пытаемся заполнить вот эту нишу своими театрами. Вот сейчас вы увидите спектакль, который мы пойдем ровно через этот 5 дней, а не из театра «Маска». С театра «Маска» на международный театральный фестиваль в Ригу. Это юбилейный фестиваль. Я там с театром «Маска» уже 17 лет. 2 года без меня. Ну, не было 2 года. А будем отмечать, будем праздновать. Я думаю, что ребята уже в прошлом году мы возили туда Муху Цикатуху. Кто поднимите руку, кто смотрел Муху Цикатуху? Спасибо. Вы знаете, мы бы привезли гран-при за нее. Но в этом году будет на другому, я потому что я обучалась. Для юношеских подростковых театров одной и той же, и для малышей. И когда сравнили нашу муху Цикатуху с виной из Дубачева, так, сейчас я берем гран-при, сейчас вот они слышат, приехали. Конечно, мне говорят, ну, Галина, ну, прекрасная у вас. Не дам собрать, потому что здесь сидят мамы и папы. Значит, надо, чтобы условия было и для детей, и для взрослых. Я думаю, что сейчас юбилейные годы я это сделаю. Тем более он сказал, что было 9 детских спектаклей из 30, остальные все взрослые. Пожелать нам надо потом в конце. Я очень надеюсь, что спектакль сейчас пройдет хорошо. Опять-таки, я не встречалась с ними неделю, мы не репетировали. Здесь я немножко спокойна, потому что есть опыт. Театр, слушай, уже 5, сколько лет? 4 года. Мы живем, мы творим. У нас там единая большая семья. Я сейчас сама мы за сценой, а сейчас я приглашаю стать те родители, которые мои родители, слушайте, встаньте, пожалуйста. Встаньте, чтобы вас видели. Поглядите, пожалуйста, людям. Спасибо. Которые кто-то спит, а кто-то привозит детей, там театр, там совсем другое, там учебный процесс. А здесь это дополнительное. И вот таких мы взрастили совместно с моими драгоценными родителями, взрастили вот таких детей. Если бы еще помолчали, это было бы очаровательно. Ну, у нас есть такое, ну есть, ну что делать. Итак. Геннадий Полонский «Рыжий, честный, влюбленный» был фильм. Мы сделали просто нам повезло, что мы взяли самую основу. Очень хорошую. Мы сделали такой событийный ряд, который обо всем расскажет. А так бы это было на 2 часа. Отключите, пожалуйста, свои мобильные телефоны. Приятного творчества. У кого дает сыночка, чекушка, аптарий, выйти. Всего вам хорошего. Театр «Ведушка», основная школа Максима Горького. Это вырастает замена маски.
Сашенькова. Да. Знаю. Да, боже, боже. Фруласен. А когда Юрик был совсем маленьким, вы случайно не роняли? Курятник. Курятник. Да.
Thank you.
на пасту. Где моя курица? Я беру. Спасибо большое.